Итак, друзья, напоминаю вам о том, что работа на создание базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, вы можете перечислить абсолютно любую сумму денег на предоставленные реквизиты, которые вы увидите к описанию к ролику. А если вы не можете помочь материально, то можете просматривать до конца рекламу и в конце видео ставить лайк. Восточноевропейской овчарки. Вот представители я вам сейчас вот снимал. Вот они, видите, фотографируются. Это владелец, Наташа ее зовут. И пару слов о этой породе вообще. Как она? Конечно, овчарки, как всегда, с детства мы знаем, что они самые умные. Самая умная собака – это овчарка. Восточноевропейская овчарка, она больше приспособлена под наш климат. То есть она хорошо зимует. В квартире держать можно, но очень тяжело. Очень тяжело. Если вы любите убираться или любите грязь очень дома, то можно держать. А так, мои все собаки живут в вольере на улице. Прекрасно зимуют. Ну, а в квартире все-таки, а вот форминатор, не знаете, спасает, не спасает? Да, спасает, но ненадолго. Ненадолго, да? Да, то есть, если есть каждый день. Ну, наверное, все-таки 90%, 99% даже, я бы сказал, что вот овчарок немецкий, восточноевропейский, у них мотивация, она такая игровая, да? То есть, ну, они апортировщики все в основном. Они очень служебные. Они, во-первых, они очень хорошо защищают именно хозяина. Они очень привязаны, именно защищают очень хорошо, теперь покажет. И сейчас тоже покажет. И одновременно, посмотрите, видите, тут вот сейчас вот маленький ребенок, да, сидит, и хозяйка уверена. Я уверена, в том, что да. Здесь ничего мои не собаки произойдет. Воспитаны так. Я специально воспитываю. То есть мы воспитываем собак так, как мы хотим, каким мы хотим их видеть. Ну, надо, в основном, наверное, это бесконфликтная дрессировка, да? А, вы знаете, бывают и конфликты. Бывают и конфликты. Бывает, потому что кобелей бесконфликтно воспитать очень сложно. Но все равно нужно показать им обязательно в какой-то период место. Даже суки, ну, кобелю особенно. Вот, поэтому я традиционный метод воспитания, когда и дерг, и поощрение обязательно похвала в любом случае. А вот это сюсю-мусю, вот сюсю, это сюсю-мусю, вот но можно пуделей, вот что-то вот такое вот, более такой миролюбивый. Овчарок все-таки нужно воспитывать строго, чтобы у них не было... Ну, это даже... солдат, да? Да, по большому это солдат, счету. Собака должна жить по команде. Так, наша знакомая, с которой мы сейчас разговаривали, будет показывать. Вот помните, да, вот маленький ребенок фотографировался. Собака вообще душечка такая была. Как же она проявит себя сейчас в таких условиях? То есть собака мониторит сейчас человека. Он делает какие-то... Опа! Вот он, несанкционированное движение. Собака расценила его как акт агрессии, и, соответственно, спасибо.